Друзья, добрый вечер. Как меня слышно? Сейчас попробую все настроить. Я на компьютере запускаю чат. Надеюсь, он не будет мне грузить интернет. Давайте это отпишемся, кто у нас в чате, что у нас со звуком, что у нас с качеством видео и остальное. Жду сообщения, чтобы понять, что все работает. Юля, привет. Подождем минуточек пять. Я надеюсь еще присоединяться. Я не стал создавать урок в антитренингах по той причине, что мне непонятно, как эта система будет работать. Возможно, придется провести еще один семинар нам. Я скинул ссылку в чат. Но некоторые у нас ушли из чата, поэтому, надеюсь, все просто видели, что сегодня в 7 вечера у нас семинар. Пока все готовятся, я вкратце объясню, что мы будем делать сегодня. Во-первых, в неформальной обстановке. Семинар призван исключительно для нашего с вами общения. У нас были вопросы, которые я видел в чатах. Их немного, к сожалению, было по мере прохождения первого блока. И сегодня у кого есть вопросы, я хочу, чтобы вы задали их в чат. Вдруг кому-то непонятно что-то. На семинаре мы должны обсудить непонятный вопрос, либо, например, я что-то забыл. Я вот уже после публикации лекции о жирах вспомнил интересный момент, который я не упомянул вообще. Нас побольше, чем отписалось, поэтому все-таки подождем еще. Так, друзья, я думаю, сегодня много людей не присоединится, что, в принципе, очень жаль, потому что, я еще раз повторю, семинар – это разбор непонятных вопросов. Ну, скорее всего, сейчас они мало у кого есть. Первый вопрос, точнее, тема от меня, которую бы я хотел упомянуть, потому что я забыл о ней. Мы разбирали с вами блок жиров, и я не сказал о таком понятии, ну да даже не о понятии, я не сказал о сливках. То есть мы все помним, когда у нас отстаивается молоко, оно
непастеризованное, вот тут тоже важный момент, непастеризованное молоко хорошо отдает сливки, молочный жир, который поднимается слоем наверх, и у нас появляется разделение, явно видимое. То есть у нас появляется слой сливок. Вот это все у нас молоко. Я забыл упомянуть о том, что сливки вверх поднимаются не потому, что разрушается молочный жир, как у кого-то там в чате возникло предположение. Сливки поднимаются, потому что из-за разницы в плотности жировых шариков и водной фазы, но они не могут. Они бы не поднимались бы до такого уровня, если бы не белок. То есть есть у нас жировые шарики. В молоке есть белок, который позволяет им агрегироваться, можно сказать, соединяться между собой. Эти соединения непрочные, но все же они соединяются, и при соединении несколько количества жировых шариков вместе они начинают подниматься наверх. И вот этот слой, который у нас получается, это как раз-таки в первую очередь влияние вот этого белка, который выступает в роли агрегатора жировых шариков. Причем этот белок частично разрушается при пастеризации молока, и в пастеризованном молоке сливки отстаиваются намного хуже, чем в непастеризованном молоке. Еще один важный момент. Этот белок практически отсутствует в козьем и овечьем молоке. То есть, вот если мы возьмем козье молоко и попытаемся его оставить, то сливок там будет меньше в разы. Это как раз-таки связано с тем, что вот этот белок отсутствует. И вот этих соединений здесь просто-напросто не будет. Это первый вопрос, который я хотел бы обсудить. А второй вопрос, то есть это у нас сливки. То, о чем я забыл. Ну уж извините меня. А второй вопрос – это медь. Вы пишите в чате, если у вас что-то добавить, есть вопрос, еще что-то. У меня тут немножко ноутбук косячит. Это медь. После, опять же, лекции про жиры, где я говорил, что медь – это вредно, медь вызывает липолиз в жирах. Вот возникло много вопросов, а как же там в Европе поступают с медными котлами? Я что хочу к этому добавить? Это не значит, что вот классическое наше советское образование молочной и промышленности решило, что медь – это вредно. Возьмите любой европейский учебник по технологии молока, там также будет написано, что медь – это вредно. Единственное, что проводились исследования, где было доказано о том, что на эмментальский сыр медь воздействует положительно. Но вот здесь давайте разберем все-таки, что было замечено по меди. То есть медь вызывает липолиз? Причем, если вы все-таки хотите прям погрузиться в историю с медью, вам не нужен медный котел вообще. Ну, если, конечно, это не столь принципиально вам поставить котел на огонь, возьмите кусочек меди,
кусочек меди, положите в молоко и при пастеризации, при охлаждении, когда у вас активируется закваска, потом извлеките его, смысл будет тот же самый. Вот этих ионов меди, особенно при нагреве, когда вы будете нагревать молоко, они будут активно соединяться с оболочками жировых шариков, и этой меди вам и вполне хватит, чтобы имитировать процесс варки сыра в медном котле. Следующее. Медь у нас научно доказана вызывает замедление в развитии культур некоторых. Так, да давайте это назовем. Ингибирует. Молочнокислые бактерии и однозначно очень сильно ингибирует пропионово-кислые. Это тоже влияет на процесс создания сыра, поэтому в тех исследованиях я скидывал в чат, если кто видел, ссылку на работу, которая как раз-таки посвящена влиянию меди на эмментальский сыр. Вот если интересно, вы ее переведите, она легко переводится через Google. Там вот были выявлены вот эти основные особенности. И опять же, только на него. Там упоминались случаи, когда в меди делался чеддер, и там было сказано, что на него он как раз-таки влияет негативно. Поэтому историю о том, что давайте все варить в меди, можно либо закрыть для себя, либо просто, как я уже предложил вам, добавлять медь в молоко, кусочек меди, и потом его вытаскивать оттуда. Причем, еще раз отмечу, ионов меди нужно совсем немного. То есть это не значит, что вам нужно измельчить медь и всыпать туда в виде порошка. Ионы меди выйдут, и все будет отлично. Так, третий вопрос у нас был про ферменты. Попадают ли микробные ферменты в молоко при дойке? Нет, микробные ферменты туда не попадают. Ну, по той причине, что это мало возможно. Попадают туда микробы, и они там активно начинают развиваться. Мы дальше будем по циклу говорить по микробиологии. То есть, если у нас среднее время развития одной клетки до деления 30 минут, она за эти 30 минут уже выработает ферменты, поэтому неважно даже, попадут у нас туда их ферменты или нет. А вот остаточные ферменты могут быть, на мой взгляд, в танках для хранения молока, если они плохо помыты, но это тоже вариант такой с очень маленькой долей осуществления. Так что нет, тут однозначно нет, хватит той микробиоты, которая попадет в молоко. И тут же про ферменты был вопрос, взаимодействуют ли ферменты между собой. Нет, ферменты между собой в принципе не взаимодействуют, потому что я говорил, они специфичны к субстракту, и значит, они будут взаимодействовать лишь с тем веществом, которому они предназначены. То есть это либо белок, либо жир, либо углевод, в зависимости от того, какие это ферменты, и будут работать из раза в раз одинаково
так, как им предназначено природой. Вот эти три вопроса, которые были в чате. То есть я их помню, они были интересны, и мы вернулись к ним. Вот теперь, если у вас есть вопросы, я бы хотел бы их обсудить, но, к сожалению, в чате что-то у нас людей мало. И у меня не заряжается моя электронная сигарета. Это вообще большая печаль. Поэтому давайте хотя бы какую-нибудь одну печаль. Наверное, просто многие не до конца поняли суть семинаров, хотя в школе, в университете, где бы мы ни учились, они проводились обычно именно так. Я на 2 минуты отвлекусь. Жду вас в чате. Хотя, может, с другой стороны, если ни у кого вопросов нет, то все понятно. А, вот, микробный растительный фермент. Так, Юля, смотри, значит. Тут, знаешь, история какая интересная. Так, микробный растительный. Растительный... Однозначно инактивируется выше 50. Другое дело, смотри, значит, если мы говорим про ферменты, которые микробные, давай мы их разделим. У нас есть ферментативный химозин. У нас есть химозин микробного происхождения. Вот ферментативный, который у Хансена, например, тот же Каймакс, а он изготавливается с помощью бактерий, которые были генно модифицированы. И вот по заявлению Хансена, этот фермент не остается в сырной массе вообще. Почему у нас проблема с ферментом такая, то есть когда по крайней мере с ферментом животного происхождения считается, что он вступает в соединение с казеином при понижении pH ниже 6,3 этих соединений становится намного больше, и огромная часть этого фермента остается в сыре. И он уже начинает у нас взаимодействовать с казеином и участвовать в протеолитических реакциях. Выше 50 однозначно все эти ферменты должны быть инактивированы. То есть нет сведений о том, что какой-то из этих ферментов останется. Поэтому и пишут часто в учебниках о том, что значимость плазмина в созревании сыра именно по технологии с высоким вторым нагревом, где... химозин уже участвовать в первичном протеолизе вообще никак не будет. Да, если он инактивирован,
конечно, в процессе созревания сыра он уже не участвует. Вот, значит, ферментативный химозин – это из бактерии. Он выходит практически с сывороткой весь, он не объединяется, не создает соединений с мицеллами казеина, и поэтому пишет по этой же причине, производитель пишет, что не вызывает горечи вообще. Вот это главная его заслуга. А о натуральном не могу сказать еще по той причине, что там он не идеально чистый, там есть ферменты, которые также будут влиять на созревание сыра. Я сейчас от натурального ушел вообще. Микробный, по заявлению, тоже должен выходить всех. Микробные – это те ферменты, которые у нас производятся с помощью плесени. Наталья, медный чиллер, опять же, если вы не хотите связываться с медью для личных экспериментов, я бы не использовал вообще, потому что особо активно медь начинает вызывать липолиз при нагреве, а чиллер – это мы как раз будем медь погружать в горячее молоко. Да, Юля, если мы с куриным ферментом нагреем до 52, то высокий шанс того, что горечи не будет. Но я бы экспериментировать не стал. С точки зрения теории однозначно так и будет. Так, Светлана, для брюноста уменьшить количество лактозы. Да, берем фермент, который продается у поставщиков. Он идет для производства продуктов с пониженным содержанием лактозы. Я не смогу сейчас сразу ответить, как он называется. Напишу в чате. Однозначно он есть у Хансена. У Даниска я точно его видел. Как его вносить, придется вам экспериментировать. Но если бы я бы ставил эксперименты, я бы его внес в сыворотку и некоторое время бы дал ему там поработать. Ну, полчасика, может быть, где-то так. Потому что дальше при нагреве, как и любой фермент, так как это белок, он будет у нас инактивироваться. Еще как вариант можно рассмотреть добавление сухой лактозы. Ну, вот, по крайней мере, ее вносят в сгущенное молоко. По-моему, альфа-лактоза сухая, тем самым мы увеличиваем количество центров кристаллизации. То есть, если представить, что вот у нас есть мало центров кристаллизации, то, само собой, они будут у нас расти, увеличиваться в размерах. И в какой-то момент мы эти кристаллы почувствуем. В производителе сгущенного молока я не знаю, как на самом деле по теории производства сгущенного молока вносят сухую лактозу для того, чтобы максимально увеличить количество этих центров кристаллизации, для того, чтобы большие кристаллы не росли. И они будут, но они не будут так ощущаться в продукте в самом. Ну и количество. И, конечно же, уменьшение лактозы с помощью фермента попробовать тоже можно. Так, Александра. Угу.
Про кальций. При увеличении и уменьшении количества ионов происходит коагуляция казеина. Это, наверное, вопрос по термокислотной коагуляции. Прошу прощения, термокальциевой. Дело все в том, что... Так, где я здесь виден? Я здесь виден. Еще раз вернемся к мицелли, к нашей, да? То есть у хвостиков капа казеина отрицательный заряд. Мы сейчас про гидратную оболочку не упоминаем вообще, хватит даже вот этого. У них отрицательный заряд, и у нас получается, что мицеллы не соединяются с друг другом, они отталкиваются. Хлористый кальций обладает возможностью понижения pH. Он может изменять водородный потенциал, и при большом добавлении хлористого кальция он может нейтрализовать эти заряды. То есть их не будет здесь. И тогда у нас начинается коагуляция, но коагуляция похожая на кислотную коагуляцию, то есть мы будем получать сгусток, похожий на творог. Кто хочет провести эксперимент, как это выглядит, просто добавьте в молоко хлористого кальция в нагретое молоко, и вы увидите прямо у вас на глазах будет происходить коагуляция. Поэтому вот когда мы вносим хлористый, раствор хлористого в молоко, и его нельзя вносить в горячем виде, иначе вот на поверхности молока мы будем замечать мелкие хлопья, которые как раз появляются из-за эффекта нейтрализации заряда на мицелле. Так, Борис, действие защитных культур. Ну, это у нас будет в теме микробиологии. Но, в общем, что, если вот чисто сейчас, пока не касаясь теории, исключительно мое мнение по поводу защитных культур, они реально помогают. Они реально помогают. Но вот не теория, что называется, а практика, опять же, к теории, где у меня здесь есть место, да? Смотрите, вот наша головка сыра. Например, добавили мы культуру некую, которая у нас вырабатывает защитный белок, который нам помогает против плесени. За время своей жизнедеятельности она выработала этот защитный белок, есть у нас. Но, во-первых, он, ну, вот представим, вот он где-то. Нам он интересен на корочке сыра, да, так как плесень растет у нас в основном там. Но если только мы внутрь ее не занесли, но это, в принципе, уже нарушение гигиены при производстве сыра. Я даже не рассматриваю такое. А когда мы начинаем впоследствии головку сыра мыть, мы его вымываем. Мы вымываем соли с поверхности, тем самым обессаливая корочку. И в том числе мы вымываем те защитные ферменты, которые могли бы здесь быть. И, в принципе, на этом его действие заканчивается. Хотя, когда вот мы стали добавлять защитные культуры, но не для защиты я их добавляю, я реально заметил о том, что
плесень на корочке сыра стала расти меньше, хотя она у нас очень активно растет, и мы используем латекс. Это все-таки было единоразово, поэтому защитные я бы вносил, но опять же, какая цель, для чего мы их вносим, потому что себестоимость продуктов увеличивается. Если для защиты от плесени снаружи, то, конечно же, это не спасет. Юля, смотри, я не замерял, конечно, какой температуры у меня хлористый, но, по-моему, у меня он пониже, чем 40. Единственное, это было обращено к тому, кто пытается развести кипятком хлористый, благо избавиться от гадости, которая там может быть, и это правильно, я согласен, но тогда хлористый нужно остудить. На 40, я думаю, коагуляцию он не вызовет. Опять же, объем. Какой объем носишь и какой концентрации раствор. Вот если мы возьмем готовые жидкие растворы хлористого, которые, например, есть у компании Павлова продает, там, по-моему, в районе 20%, 22 или 24, могу ошибаться сейчас. То есть не выше концентрация этого раствора. Это заметно, когда вот на большой объем делаешь, то есть на 2 тонны делаешь. Там же у нас нужно, то есть если мы где-то сейчас вносим в районе 350 грамм хлористого на тонну, то это у нас получается 700 грамм хлористого нам нужно растворить и внести в молоко. Конечно же, если мы это сделаем в маленьком объеме, то концентрация будет высокая, и вот при такой истории я замечал. А когда лучше вносить хлористый? Ну, по идее, чем раньше, тем лучше, потому что, ну, что у нас происходит, когда мы вносим? У нас раствор хлористого, мы добавляем ионы кальция. Не надо пугаться еще и хлора там, потому что хлор у нас есть и в молоке, он всегда там есть, и, кстати, очень его много содержится в стародойном молоке. Молоко немножечко соленое на вкус, сейчас потеряю мелочь, да, играю с ним. Если растворение хлористого кальция происходит быстро, практически мы уже вливаем раствор, то реакция для восстановления баланса, вот эта тема, которую я не рассказал до сих пор. Я даже на очных курсах последние потоки перестал рассказывать солевой баланс по той причине, что его не воспринимали. И для вас я немножко переделываю его, хочу дать таким образом, чтобы было понятно, насколько в том числе хлористый кальций важен в производстве и не нужно игнорировать. Вот для восстановления солевого баланса, чтобы ионы кальция заняли свое место, на мой взгляд, нужно все-таки некоторое время, и я бы, конечно, бы вносил, но может быть, даже за полчаса, но у нас как раз полчаса идет активация культур. А вообще я сам ношу, только процесс начинается. Единственное, что у меня молоко уже пастеризованное, поэтому у меня с этой точки идет отсчет, я его еще дальше
нагреваю до точки старта. У меня времени проходит немножечко побольше. Юля, судя по той литературе, что есть по лактозе, то техпроцессы по броносту нужно проводить при температуре ниже 80. То есть реально нам без изменения давления, без некой закрытой конструкции, где можно изменить давление, это сделать будет никак. Можете в интернете посмотреть, там есть фотографии, этого оборудования, на котором делается брюност. Оно герметичное, и в нем изменяют давление для того, чтобы уменьшить температуры. И в нем же есть мешалка, которая постоянно работает. На мой взгляд, добиться вот идеально такого результата, как это делают в промышленных масштабах, на брюносте невозможно. То есть либо это будет нестабильно, сегодня нормально, завтра нет, либо это совершенно недостижимая цель. Я не помню, даже в библиотеке были ли книги по сгущенке. По-моему, что-то было. Я заказал сейчас книгу по лактозе, потому что когда лекцию готовить стал, меня как раз-таки заинтересовал вопрос лактозы, и посмотрим, что написано там. Ну, у нас же неформально, думаю, никто не против. Я от себя хочу добавить, для тех, кто, кому эта теория сейчас кажется сложной, мы в дальнейшем будем расширять практическое ее применение с точки зрения теории, и вам понятнее станет. То есть было время, когда я вот читал то, что я вам рассказываю сейчас, конечно, более в идиотском виде я это читал. И мне это тоже было непонятно. По мере того, как будет идти наш курс, у вас в голове будет укладываться по полочкам все. Поэтому, вот, например, сейчас по защитным культурам я совершенно не спешу рассказывать, это не в тему немножечко. Будет раскладываться по полочкам, и вам станет легче. И, на мой взгляд, вот эту теорию, которую я хочу вам дать, сыродел просто обязан знать. Неважно, придете ли вы в итоге к натуральному сыроделию, скажете, я отказываюсь от промышленных культур и ферментов вообще, либо будете двигаться дальше, у меня светится, не надо. Вот. И без нее никуда. То есть для меня это... Для меня то, что я вам рассказываю, в 90% я это уже знаю, плюс благодаря вам я тоже двигаюсь дальше, читаю и учусь. Стоять на месте не хочется.
Так, кальция появляется меловой привкус. Смотри, да, если много кальция, меловой привкус появится, но это нужно действительно его внести очень много. Концентрация должна быть высокая. Почему меловой привкус появляется? У кальция же тоже есть предел растворимости, и когда у нас созревает сыр, количество влаги уменьшается, а количество кальция нет. И кальций также может кристаллизоваться, поэтому может при большом количестве кальция появиться меловой. Ну, вот это вот меловое ощущение, это никак не связано с какими-либо еще химическими процессами, это просто банальная кристаллизация кальция при его высоком содержании. И по поводу двухводного, ну, чаще всего, конечно, для пищевой промышленности продается безводный. То есть двухводный встречается, двуводный намного реже. Вот сколько я в последнее время сталкивался, это был в основном безводный хлористый кальций. Еще я сталкивался недавно, для меня это тоже было открытие, это фосфат кальция, если я не ошибаюсь, он не растворялся вообще, но работал интереснее, чем обычный хлористый. Его продает Дониска. По 6,3. По 6,3. Смотри, Юля, это пишет Климовский в своей работе и потом, в принципе, подтверждается в других исследованиях. Считается, что если мы делаем тут вот конкретно момент слив сыворотки, конкретно слив сыворотки, то есть когда у нас отделяется зерно от сыворотки. И написано, что если pH будет меньше, чем 6,3, то количество фермента, который задержится в зерне, увеличивается в разы. Следовательно, к ферментативному химазину и к микробиальному это уже отношения никакого не имеет вообще. То есть, если мы ими пользуемся, можем просто на ту цифру для себя забить. Если мы пользуемся натуральным, то мы должны запомнить, что в таком случае, если мы сливаем ниже, у нас останется много сычужного фермента в зерне, и он первый начнет работать на созревании. Микробных ферментов еще мало, а вот его будет очень много, и он активно будет вызывать протеолиз. Ну и опять же, это упоминается и в работах, и в диссертациях, что чаще всего это будут горькие пептиды, которые в дальнейшем, конечно же, распадутся у нас, если все нормально у нас по созреванию идет. И неважно, оставляем ли мы это под сывороткой или вмешиваем, у нас зерно находится в жидкости. И еще момент, опять же, это история для сыров с низкой температурой второго нагрева. Если мы используем высокий второй нагрев, выше 50, то, конечно же, неважно, да, даже если он у нас там остался, он у нас большей частью инактивируется. А у меня есть предположение, именно из-за этой истории, вот эта сакральная цифра
6,3 на сливе для большинства сыров и появилось. Другого объяснения я, в принципе, найти не могу. Так. Ну, Юля, да, вот на 6,1, если это натуральный фермент, то на ранних сроках мы однозначно можем горечь получить. А возможно, ты ее даже и не замечаешь, потому что этот этап у тебя просто проходишь. Ну, Юля, ты, наверное, все-таки на микробиальном сейчас работаешь, и большинство либо на микробиальном, либо на ферментативном химозине, потому что это банально и выгоднее, и сгусток получается намного лучше, и с зерном работать намного лучше. Как бы я ни любил фермент натуральный, считая, что вкусовые характеристики на нем шире, это опять же доказано, я ушел от него, потому что с ним сложно работать, молоко не такое хорошее у нас. С ферментативным, от последней от разработки Хансена, это Каймак Сэм, я просто в восторге от него. Классный сгусток, хорошее зерно, мало пыли даже на твердых зернах, на твердых сырах, когда я зерно ставлю очень мелкое. Ой, Лена, да, слушай, все оно и не запомнится даже. У меня у самого в голове иногда уходят нужные моменты, но по мере практики укладывается намного лучше, и я однозначно могу сказать, чтобы легче запоминать, нужно постоянно читать и возвращаться к чтению. По крайней мере, вот первое издание Тёпила «Химия и физика молока» я... Она даже в машине сейчас, сейчас ездит со мной, просто в багажнике лежит, и когда у меня время свободное есть, я читаю. Ну, вообще в машине поселилась куча книг сейчас. Отличная возможность почитать, потому что времени все мало, а в машине времени проводишь значительно, где-то стоишь, где-то что-то ждешь, книжку взял, полистал. Так, друзья, для тех, кто будет смотреть это видео, потому что это будет большинство людей, вы будете его смотреть, пожалуйста, если у вас есть вопросы по первому блоку, задайте их в чате. Я либо в нашем чате в WhatsApp, либо в чате, куда я выложу это видео в качестве семинара на антитренингах. И запишите их, я тогда сделаю дополнительное видео. А в дальнейшем, кто не может попасть, но у кого есть вопросы, предлагаю сделать отдельный чат «Вопросы для семинаров», чтобы они не путались, то есть что-то вам непонятно, потому что основной чат у нас немножечко плоховато себя чувствовать стал, слабо говоря. В этом чате отдельно будем собирать вопросы. У вас, вы смотрите видео, но не ленитесь, напишите, в этом страшного ничего нет. Я тоже много чего не понимаю и постоянно ищу ответы на эти вопросы и с удовольствием обсужу ваши вопросы, которые возникают у вас. Возможно, что-то банальное. Да, буферная способность – важный момент. Давай мы к ней вернемся в лекции. Вот это наша последняя тема в этом блоке – сливой баланс. У меня там к
как раз-таки про буферную способность. Контролировать, я даже не знаю способов. Дело в том, что наши подручные средства, которые позволяют нам делать анализ молока, не могут нам дать полную картину по составу солей в молоке. А учитывая, что не только они влияют на буферную способность, это все становится слишком относительно. Чаще всего, вот опять же по своему опыту скажу, привыкаешь к сезону молока и просто начинаешь это учитывать без различных анализов. О том, как работает эта буферная система, мы, конечно же, с вами разберем на лекции отдельно. Так, пастеризация 2 часа, насколько это критично. Я так понимаю, Борис, это весь этап с нагрева до охлаждения. Но вы знаете, критично на какой температуре? Ну, я надеюсь, это 63-65, поэтому для нас критичны лишь моменты, когда мы начинаем охлаждать, то есть вот тут наша линия пастеризации, то есть вот здесь у нас, ну, где-то мы с градусов 4, пусть начинаем, у нас молоко охлажденное, тут 63. Вот насколько мы задерживаемся на этом этапе. Вот это критично. И, знаете, даже больше критично не как для кальция конкретно, потому что он в любом случае у нас будет терять растворимость. Мы от этого не денемся никуда. А вот на том, что у нас, в принципе, при таких температурах, при длительной выдержке уже может начинаться первичная денатурация белков, это важно. Но 2 часа, я недавно общался с коллегами, у кого у них 3 часа даже этот процесс весь занимает, ничего, работают, и в принципе, 2 часа, по-моему, нормально. Если это у нас получается 30 минут выдержка, и у нас остается 1,5 часа по 45 минут нагрев, охлаждение. Не, по-моему, неплохо. Неплохо. Вернусь все-таки к буферной способности. По кальцию и кормам. Мое мнение, контролировать это можно. Другое дело, что первое, прибора у нас нет. Второе, фермер вряд ли пойдет с нами на такую историю. И третье, это нужно действительно быть хорошим, я не знаю, как это специальность, зоотехником, кем это нужно быть. Потому что я не лез вообще в эту тему ни кормления, ни особенностей животного. Потому что, понимаю, там информации не меньше, чем у нас вот с вами. Вот мы вот и изучаем это все. У них не меньше, а, скорее всего, даже больше. И погружаться с головой туда я не могу, а поверхностно понимаю, что не смогу, потому что мне захочется, блин, а как, а почему это? Да, и начну копать дальше и потеряю кучу времени. Конкретно по буферной способности я еще для себя отметил, что сезоны молока влияют. Вот сейчас, например, на нашем молоке
процесс набора кислотности идет довольно интенсивно. Количество культур я сейчас уменьшил, по-моему, ну, с нормой от дозировки производителя, вообще, по-моему, уменьшил сейчас в 5 раз. Я-то всегда не по дозировке использовал где-то в районе половины, то сейчас еще меньше. Если у кого-то, кстати, есть вопросы по подаче информации на лекциях, тоже вполне возможно это сейчас обсудить, не в чате, потому что в чате у нас иногда слишком эмоционально все получается. Да и я не всегда успеваю следить за чатом. Юля, благо книжечки рядом. Сейчас мы... Есть такая классная книжка. Сейчас я посмотрю, здесь-то вряд ли. Протазы. Каталаза, пероксидаза. Угу. Да, щелочная фосфатаза за 30 минут у нас разрушается при пастеризации молока. Однозначно тест хорошо сработает. То есть нам нужен тест на щелочную фосфатазу. Да, да, Лена, ты правильно понимаешь Юлин вопрос по теме. Все верно. Таким образом у нас определяют, было ли пастеризованное молоко. На 63 у нас выдержка 30 минут. Щелочная должна распадаться. И, в принципе, если мы берем где-то молоко, то таким образом мы можем определить, подвергалось ли оно термической обработке. Насчет, какой современный тест используют для этого. Есть такая клевая книжечка «Производственный контроль». Так, органолептический контроль. Так.
Мы вернемся еще к этим вопросам на теме, связанной с контролем за молоком, потому что я хочу об этом рассказать. Что-то я не использую сам. Так, чистота, термоустойчивость. Жир, белок. Есть все, что под руку попадается сейчас, и витамины. Метод определения эффективности пастеризации. Вот она. Так, низкотемпературная пастеризация происходит инактивация щелочной фосфатазы. А высокотемпературный инактивация кислой фосфатазы, и в зависимости от того, какую мы хотим, что мы хотим увидеть, такой и метод. Так, нам нужна реакция с фенолфталеинфосфатом натрия. Я не буду это все рассказывать. В принципе, это гостированный метод ГОСТ 3623-2015 и ГОСТ 3623, это один и тот же. Смотрите, этот ГОСТ, в нем все конкретно будет расписано, потому что тут не на одну страницу как тест проходит. По поводу, на какой температуре лучше пастеризовать. Ну, тут вопрос практический, потому что и на 63 мы добиваемся того, что технически вредная микрофлора у нас будет убрана из молока, и на 72, но другое дело, 72, вы реально должны понимать, мы не сможем сделать эту пастеризацию без пластинчатого или трубчатого теплообменника, то есть без установки для пастеризации, потому что там нужно и нагреть быстро, выдержать всего лишь 15 секунд и тут же резко охладить. А в ванне длительной пастеризации либо в кастрюле это просто физически невозможно. Если у вас все-таки со временем действительно сложности, то тогда делайте хотя бы на 68 в течение 10 минут. Но, на мой взгляд, даже это пограничная температура опасна, хотя Углич советует делать именно так. Я советую и всегда буду придерживаться делать на 63 градусах в течение 30 минут. На мой взгляд, это самый щадящий способ отношения к молоку, потому что состав молока солевой, белковый, жировой, все, о чем мы с вами разговаривали, эти лекции негативно относится к высоким температурам. И вот когда мне готовят молоко у нас через пастеризатор на 72, оно по
качество сгустка всегда отличается от того, что если бы я просто пропастеризовал ВДПшки на 63. Качество сгустка всегда хуже, несмотря на то, что я добавляю хлористые, в принципе, по максимальной отметке. То есть мы помним о том, что у нас хлористый добавляется от 10 до 40 грамм на 100 литров молока. Гомогенизация. На мой взгляд, гомогенизация для сыра зло. Почему? Гомогенизация хорошо для кисломолочных продуктов, когда мы делаем те же йогурты, например, особенно термостатные. Нам наш кисломолочный сгусток, наш кислотный сгусток, он не обладает такой устойчивостью и плотностью, как сгусток, полученный сычужным способом. Поэтому жировые шарики большие нам там будут однозначно мешать. И поэтому применяют гомогенизацию, чтобы уменьшить их размер. Но гомогенизация – это в любом случае... Вот наш жировой шарик, мы его ломаем, у нас получается два маленьких. А когда мы его ломаем, у нас часть ферментов, которые находятся в оболочке жирового шарика, попадает в молоко. Часть свободных жирных кислот, которые есть вот здесь, попадает в молоко. Часть жиров становится свободной и доступной для липаз, для того, чтобы они быстрее начали свою активность, что не всегда однозначно, не всегда хорошо скажется на сыре. Более того, мы вот ломаем жировой шарик, он, конечно, восстанавливает частично свои свойства, но часто не хватает веществ, которые составляют оболочку жирового шарика для того, чтобы структура его была такая же, как у исходного. Поэтому на сыр... И это не только я, это описано и в литературе, однозначно не советуют гомогенизировать молоко на сыр. На органолептике это скажется однозначно по выходу. Ну, жировые шарики у нас же не сцепляются. Мы будем дальше говорить о процессах, которые идут во время коагуляции, но если представить, вот здесь у нас место есть, я что-то все занял уже, здесь, то есть вот наши мицеллы, да, вот они между собой соединены, а жир в виде жировых шариков просто запирается вот здесь. Вот он здесь. То есть в этот момент они, в принципе, между собой никак не соединяются вообще. И от того, что мы уменьшим их, ну, по-моему, на мой взгляд, у нас наоборот будет больше потери жира при обработке сырного зерна. Так,
Друзья, слушаем, кто у нас тут. Есть вопросы дальше или нет? Ничего ли я не пропустил? Скажите мне по качеству видео вообще. Потому что получается, что я и транслирую, и подключен сам по той причине, что мне иначе чат не увидеть. И лекции, кстати, лекции с Додо, я сегодня их ссылками выложу в группу Академии. Потому что что-то Додо там немножко накосячило с трансляцией. И часть была в трансляции, часть нет, но запись, слава богу, осталась, я выложу. Конечно, я там многие моменты очень утрировал, потому что не было задачи на аудиторию, подобную вам работать. Но все равно советую посмотреть, мы там с Машей постарались зажечь. Да, Юля, спасибо за комментарии. На кисломолочку, да, там история совсем по-другому. Про плесень, кстати, у нас же будет тема плесени. Если получится, если у Маши будет время, то этот блок про плесень в нашем курсе прочитает она. Кстати, вопросы в Додо, они же не заканчиваются, нас просто ограничивают в трансляции. В четверг мы закончили на самом деле без 15:10. То есть мы там из-за аудитории, ушли и стояли еще в кафе, там в Додо есть кафе на втором этаже, и там вопросы продолжались. Так, про кисломолочку, в принципе, могу сказать. Ну, блин, а почему бы и нет? Потом расскажу это в лекции еще, запомните лучше. Сейчас я за тряпочкой схожу только. Шумно, наверное. Так, я немножко здесь освобожу. Немного места не надо. Совсем чуть-чуть. Про кисломолочку. Значит, на кисломолочку мы проводим пастеризацию на высоких температурах. На 85. Смысл в чем? Почему мы так делаем? Однозначно я вам что могу сказать? Сычужный сыр, нормальный, твердый, полутвердый, при такой пастеризации у вас вряд ли получится. Однако, вот если мы представим, опять же, нашу мицеллу казеина, что происходит при высокотемпературной пастеризации? У нас есть белки, вот сывороточные здесь, я их изображу вот так. Да. При такой температуре они денатурируют, то есть из своей структуры они превращаются в более простой вид. И вот эти денатурированные белки не все могут соединяться с мицеллой казеина. Причем при таком соединении у нас затрудняется работа сычужного фермента, но
кислотная коагуляция будет происходить в любом случае. Что нам это дает? Сывороточные белки денатурированные, как-то проще выразиться, очень гидрофобные. Они способны удерживать много влаги в себе. Зачем нам это нужно? Для того, чтобы у нас в кисломолочных продуктах было меньшее отделение сыворотки в готовом продукте. Вот, в принципе, в двух словах, но я думаю, должно быть понятно. То есть, если мы можем сделать кисломолочку и на обычной пастеризации, нам не мешает никто, мы можем сделать из сырого молока, нам тоже не мешает никто. Однако же риск того, что у нас будет неконтролируемый синерезис, то есть отделение сыворотки на продукте, например, на том же йогурте, намного выше. И вот высокотемпературная пастеризация и тот момент, что мицеллы казеина начинают создавать связь с белками сывороточными дает нам возможность риск отделения сыворотки уменьшить. Плюс, конечно же, больше выход, потому что в обычном случае большая часть сывороточных белков у нас просто бы ушла с жидкостью, и все. А так мы их оставляем в продукте и увеличиваем выход. Примерно похожая история с сырами с плесенью, но там нам тоже нужно удержать влажность, но не только в этом истории. По козьему молоку отличия в химии, ну, по жирно-кислотному составу отличаются. В козьем молоке у нас отсутствует белок казеина, если я не ошибаюсь, альфа-С1 казеин, тот, который является прямым источником аллергии у некоторых людей, поэтому вот козье молоко именно по этой причине низкоаллергенно. А в остальном нет, и я по своему опыту скажу, с тем молоком, что я работал козьим, больше фермента мне не надо было на него, почему? Фермент я использовал тот же самый. Наоборот, фермент я меньше на него всегда добавлял, поэтому разница тут, скорее всего, в питании и по породе животных, по количеству, опять же, по минеральному составу и по количеству каппа казеина, который непосредственно у нас связан с коагуляцией молока. Да, будет прикольно, если Маша про плесень расскажет. Мы с ней общались на эту тему, но вот не знаю, сможет ли, не сможет. У нее работы тоже очень много. По поводу фермента и его количества для того, чтобы на молоко использовать, тут очень сложно сравнивать. Например, на свое молоко, ну, на свое, на то молоко, с которым я работаю, я сейчас использую фермента примерно процентов на
35 больше нормы, рекомендуемой производителю, хотя большинство, с кем я общаюсь, конечно же, используют по норме. Нет, пастеризация с выдержкой небольшой, минут 10 хватит для того, чтобы белки уже денатурировали. Технологию кисломолочки мы будем разбирать отдельно еще, поэтому не буду в детали здесь вдаваться. Друзья, если есть вопросы еще, пишите, задавайте. Я никуда не спешу, так что сколько времени надо, будем общаться. Если есть вопросы, не касающиеся темы, то тоже ничего страшного, спрашивайте. Но только по поводу сыра и молока. Сыру из молозива. Ну, в принципе, по-моему, есть какой-то продукт, который делает из молозива, но для сыра я бы, в принципе, его не рекомендовал. Там очень высокое содержание солей, очень высокое, реально, в разы больше, если сравнивать. Поэтому у него такой странный вкус. У него высокое содержание сывороточных белков. И для сыра это молоко очень нехорошо. На вкусе его это скажется очень негативно. С точки зрения просто технологии сыра однозначно нет. Вот просто нет, большими буквами. С точки зрения экспериментов, я всегда за эксперименты, так что можете попробовать сделать из него что-нибудь. А мороженое коровье молоко если я не ошибаюсь, как же книга называется, «Производство сыра». Французская книга в переводе конца 80-х годов, 89-й, по-моему. Там есть хорошая тема про влияние, негативное влияние низких температур на молоко. И, в принципе, кроме козьего молока мы не морозим ничего. В первую очередь это связано с особенностью жира по размеру жировых шариков. А во-вторых,
по минеральному составу коровье молоко всегда негативно относится к заморозке. А с чем связано? Вот представим среду, да, вот раствор, вода и соль. Когда у нас продукт не заморожен, концентрация солей у нас одна. Когда мы только начинаем замораживать, вода замерзает, кристаллизуется, и концентрация соли сразу же меняется. То есть любой соли, минерального вещества сразу же меняется. Тем самым мы очень сильно можем повлиять, во-первых, на сами мицеллы казеина. Они сначала начнут укрупняться из-за увеличения количества солей кальция, а затем просто начнут распадаться. И второе, мы можем также вызвать денатурацию белков. То есть такое молоко разморозится, но использовать его для сыроделия можно будет, но вот качество сгустка и выход будет намного хуже. Я ссылочку к уроку приложу на эту книгу. В чат кину и страницы напишу. Не сегодняшняя тема, у нас будет тема влияния температуры на молока, но если кто хочет прямо сейчас почитать, я только за. Количество уксуса, кислоты на молоко. Ну, в принципе, я бы не сказал, что одно и то же, потому что вот мы тут уже и говорили про буферную способность молока, плюс температура дополнительно, кто до какой все-таки догонит. Но я бы не сказал, что там принципиально большое различие на внесение. Мы, например, адыгейский делаем на творожной сыворотке, на кислой, не на уксусе, и вносим до... Есть некоторое примерное количество, но вообще вносится до того момента, когда коагуляция молока нас начинает устраивать. По-другому я, в принципе, бы не стал объяснять. Это также, знаешь, Лена, как по поводу моцареллы на лимонке. То есть кто-то напишет, что ему нужно там 1,2 грамма, кому-то нужно 1,5. И, в принципе, тот и тот прав окажется. Питьевую воду не очень чистая. Ну, Юля, вообще, если идеально подходить ко всему, то, конечно, нужно пастеризовать все. То есть ты должна приготовить рассол, затем пастеризовать его, потом охладить. И с солью попадет, и с водой попадет. И даже сыр, которыми ты будешь опускать головки сыра в рассол, туда что-нибудь попадет. Меньше бойся, все получится отлично. По поводу не очень чистая каменная соль, ну, конечно, я сомневаюсь, что там идеальная чистота есть, но вот что на ней водится, в принципе, судить очень сложно.
какой солью солить рассол делать или что именно солить? Если сухой посол, то рассол. В принципе, любую соль, какую вам не жалко. Если не жалко на гималайскую денег, то можно и ее. А если принципиально разницы нет, то лучше, конечно, ну не лучше, просто покупаете соль, каменную соль, и все будет отлично. Конечно, в ней она не чистая, она грязная, рассол у вас грязноватый будет, но внутрь сыра это не проникнет у вас. Ну, плюс пастеризуйте, можете отфильтровать, если у вас объем небольшой, то сложности не составит. Сухим тут мнения делятся. Ну, во-первых, опять же, какой сыр? Блин, какой сыр? Если сыр с плесенью, ну, не с плесенью, вот эти мягкие сыры, то, наверное, большинство скажет, что лучше солить мелкой солью. Если мы будем брать описание, например, некоторых твердых, полутвердых сыров, ну, полутвердых, наверное, все-таки, которые солятся сухим посолом, то мы можем встретить, в том числе и в учебниках, такое упоминание, что лучше использовать крупную соль, потому что она лучше вытягивает влагу, чем мелкая. А в обезвоживание сыра – это один из необходимых этапов при просолке его, потому что когда мы сыр, например, помещаем в рассол, то часть влаги мы убираем из сыра в этот момент. И влажность сыра измеряется после рассола, а не до, если нам нужно определить точно влажность сыра. Давайте тогда до, если есть вопросы, задаем. Если нет, то, наверное, по теме основной, я смотрю, сегодня уже все. Мы вообще всего касаться будем. Я когда этот курс задумывал, я хотел теорию дать вообще всю. И мысли у меня не изменились, а дать я хочу еще как можно больше, поэтому, возможно, даже в плане у нас там уроков изменения будут. Поэтому мы будем касаться и теории, которая по посолке сыра есть отдельная, и будет касаться теории, которая относится вообще ко всем процессам. Все, что я смогу собрать, я дам. Единственное, друзья, еще раз повторю, давайте не игнорировать семинары, то есть вопросы собирать для них, потому что, скорее всего, кому-то что-то непонятно. И очень будет обидно, если вам это останется непонятным, потому что я болею за вас, и мне нужно дать вам максимум из того, что я могу. Плюс некоторые вопросы требуют более детального подхода. Это не обращение к Science Direct, где научные исследования по молоку и молочным продуктам, либо лезть глубже даже, чем я изучаю сам, и это будет клево. Хотелось бы именно вот такой связи. Да, эфир сохранится, более того, он будет в уроках, более того, этот же семинар будет завтра еще для тех, кто с Дальнего Востока.
потому что они сейчас уже спят, и им неудобно. И эфир тот тоже будет выложен. Ну, видимо, все. Тогда спасибо всем, кто нашел время выделить почти 2 часа, ну, полтора, ладно, из своей жизни на наше общение. У нас я завтра, послезавтра выложу тогда по целевому балансу, и этот блок мы заканчиваем. Не совсем все так, как я планировал. Я бы сказал, вообще не так, как я планировал. Информацию приходится серьезно перерабатывать. И почему я по нескольку дублей записываю, потому что рассказываю, потом понимаю, что мне понятно, возможно, вам будет непонятно. Но, как есть уже, друзья, извините за это, но моя основная цель – научить вас. Поэтому до встречи. Я всегда в чате. Если что-то непонятно, пишите. Если в чате я не отвечаю, пишите в личку. Я с радостью со всеми пообщаюсь. Вот. Жаль, конечно, что с библиотекой так вышло, но основные книги, которые необходимы нам для учебы, они будут... Так, у нас тут это немножечко отвалилось видео. Вроде сейчас все норм. Я не успел договорить. Всем пока, всем спасибо. Хороших выходных. Встретимся на лекциях. И если кто-то хочет еще завтра в семинаре поучаствовать, кто-то что-то вспомнит, давайте присоединяйтесь. Ссылку я выложу рано утром. Пока-пока, типа.